сколько хозяев сменил, пересчитать невозможно. Помню, жил в одной семье, обстановка царская. Обои финские, мебель арабская, от хрусталя звон, как в церкви. Кормили 5 раз в день. Менталем в шоколаде. Казалось бы, чего еще? Сиди и молчи. Не удержался. Пришла к ним в гости пара профессора с женой. Чаровательные люди, просто чаровательные. Таких за стол усадили, у меня миндаль в горле застрял. Как за ручу пришли, вас сейчас охмурять будут, чтоб дочку свою мордастую в институт устроить. Ой, что тут поднялось. Хозяйка кричит, не верьте, он провокатор. Гости пальто в охапку, бежать, а хозяин ко мне кричит, петух ты крашеный.